мама. В отпуск приедем. За всем. Сережа. Ну, ну вот поплыла. Славка! Ну, лифт, конечно, у нас, как всегда, не работает. Давай, 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 давай. Славка! Слав! Забыл! Что? На бутылочке! Давай сюда! Ну, где ты ходишь? Люсь, там очередь была. Кефир не было, вырезу взял. Держи бутылку. Да он скромничает. Ну, что ты? Он, понимаешь, всех молодых матерей вперед себя пропустил. Потом старушку через улицу перевел. Помог задержать хулигана, спас пионера, упавшего в реку. Все, что ли? Все. А это что? Гуляем. Сегодня, Люсь, большой праздник. Какой еще праздник? Войдите. Сережка? Ага. Откуда ты взялся? Здравствуй. Издалека. Здравствуй, Люсь. Ой, ну что ж вы встали? Проходите. Да все, давайте. Ну, конечно. Ты как будто в первый раз. Ты пан, Сережка? Ну, с разоружением. Разоружение. Вольемся в мирный созидательный труд. Вольем. Прощайте, ребята. Люсь, ну что ты там мелькаешь? Ну как тут у вас? Что нового-то? Ну все новости у Славки. Он у нас отец, семьянин, домовладелец. Правда, Слава? Правда. Вот комнату получили. Врастаешь быт. Врастаешь. Со страшной силой врастает. Вон брак купил. Торшер, теперь его ничем не остановишь. Стяжатель. Накопитель. Гопсек. Завистники. А почему бы нам, одиноким молодым людям, не позавидовать чужому семейному счастью? А вы своим обзаводитесь? Как произведение? Чего? Старались. Как зовут-то? Володя. Владимир Станиславович. А мама у тебя изменилась. Что, к лучшую или лучше? Ну, как-то возмужала. Постарела. Осторожно, с ним бабушка. Постареешь, ничего по дому не помогает. У нее ярец. Сколько ему? 5 месяцев. И 20 дней. Растут люди. А мы, Сережа, стареем. Ну, за мирное сосуществование. Ну вот, лишают права. За мирное сосуществование, которое может еще сделать нас семейными людьми. Пропустим. Слушай, Слава, никогда не думал, что ты против мирного сосуществования. Да я-то не против. Пропустим. Нет, пусть враги мира пропускают этот тост, а мы выпьем. Сереженька, Сереженька, ты закусывай. Сереженька, Сереженька, все-таки хорошо из армии приходить, все тебе рады. Выходит зря, мой старый друг, мы берегли свою свободу. Ведь берегли мы нее одиночество свое. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра.
Ты Ленку Карабанову знаешь? Ну, из 12-го дома. Ну, Пашка Кошлаков с ней ходил еще в 8-м классе. Ну, вышла замуж за мастера спорта. Женька Журавлев, большой человек. Я там Сергачева встретил. Уши, вот, еще больше. Кстати, вот такой парень. Нет, смотря с какой стороны. Он сейчас за «Спартак» играет, его перетянули. Комнату там дали, по-моему. Девчеремушка? Ага, вчеремушка. Поднимут тебе ночи по тревоге, будь здоров. Марш-бросочек, 20 километров с полной выкладкой. Здесь вот каждую ночь по тревоге поднимают. В общем, город ничего, зеленый, правда, жарко. Подходим к кинотеатру, идет «Одинокая женщина». Какая «Одинокая женщина»? Ну, фильм «Одинокая женщина». Покинутая женщина. Оставленная женщина. Несчастная женщина. Забытая женщина. Женщина, в общем, в белом. Измученная женщина. Женщина с гитарой. Девушка с гитарой. Это девушка с гитарой. Женщина с гитарой. Что? Английский фильм, ты видел? Да какой? Ты думаешь? Да нет. Не знаю, я хотел в энергетические документы подать, опоздал, да и все равно бы не сдал, надо же готовиться. Пойду поработаю. Давай. Тогда к нам в лабораторию. Тогда уж со следующего. Берут со средним, и потом ты локаторщик, оторвут с руками. Да нет, я, скорее всего, сюда на 11-й ТЭЦ пойду. Институту это не помешает. Потом, знаешь, матери приятно будет, отец там работает. Ясно. А жаль, электроника, прогрессивная техника, прогрессивная зарплата, и вдвоем веселее было. Ну, ты вот с этого бы и начинал. Ладно, посмотрим. За тебя, Люся. Спасибо. Присоединяюсь, Люся, ты очень хороший человек. Я знаю. Жаль, что мне нельзя, а то я с тобой бы выпила. Никогда не подумал бы, что ты за Славку выйдешь. А никто и не думал. И я не думала, и он. Но он-то, положим, думал. Ну, ты видишь, споили тебе мужа. Отоспится. С этим делом только так и отсыпается. Слава, ты что там нас не видишь? Подъем. Вот такая запись. Здравствуйте. Мама, помочь тебе? Иди, иди, а то опоздаешь. Ну, я побегу.
вечерок, а? Пойдем Славку спасать, что ли? Сам погибает, товарищи выручает. Люсь, я пойду в магазин сбегаю, а то у меня папирос кончился. Тогда вот что, купи заодно хлеба. Ладно. Потом у нас масла нет. Так. И там на окне возьми баночку из-под майонеза. Хорошо. Маленькую, купишь сметану. Хорошо. И если котлеты увидишь, а то на завтрак есть нечего. Икры кабачковые взять? Как дела? Все нормально. Ай, не надо. Ты что? Я никак не понял. Здорово, Саш. Представляешь? А что представляешь? Да, ну что ж. Ген, ты сегодня крутишь, да? Да, да. Ну что, пойдем потанцуем, а? Да, пойдем. Здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Вы что, нас не узнали? А мы к вашей Вере уроки учить ходили. Тося и Шура. Теперь помните? А, вспомнил, вспомнил. Хороший вечер. Без осадков. Вас что, в армии молчать не учили? А он военную тайну соблюдает. Пошли. Пойдем, пойдем, я тебя поведу. Приезжай, а мама говорит, ты дома. Пошла тебя искать. Здравствуй. Здравствуй. А ты откуда взялась? Из пионерлагеря. А ты не смотри, так я уже вожатая. А, простите, девушка. Пожалуйста. Кто такой? Так, один знакомый. А, понятно. Матери не говорить? Она знает. То серьезные намерения? Ну, это мы посмотрим. Вон что. Пожалуйста, что такое? Пожалуйста, пожалуйста, я тебя не дерусь. Слава, куда же вы? Можешь оставаться здесь хоть на всю ночь, хоть на всю жизнь. Я не понимаю, что произошло? В чем дело, Слава? Уже запрещаешь? Да я же говорю, я тебя не держу. Значит, ты меня не держишь. Подумаешь, мы зашли на минуту на танки. Пожалуйста. Слушай, Серега, есть предложение. Какое? Ну, может, сходим куда-нибудь пройдемся? Там нас две девушки ждут, ты их должен знать. Не знаешь, познакомлю. Ну, вон они, вон они стоят. Тебе какая из двух нравится? Короче. Третья. Я домой. Чего ты? А я как же? Ничего, не пропадешь. Да нет, серьезно. Иди танцуй. А я докурю и домой, устал за день. Ну, будь здоров. А то, может... Здравствуйте. Ой, погоди, мне прям сердце выскакивает. А что случилось? Ничего, пойдем. Я так боялась. Что такое? Ой, сколько сейчас времени? 10. Я так боялась, что ты уйдешь. Я привык. Ну, куда мы? Прямо. Давай просто так походим, ладно? Славка, давай быстрее.
Сейчас не смотрите! Нет, друзья, подавали вас! Я бы... Славка, ты что? Горько, Горько, надо сюда вас скорее! Горько! Эй! Давай! Один билет. Спасибо. Не стоит. Сейчас! А этот билет там действителен? Нет, надо новый взять. Ну и порядки здесь, придется этим заняться. Да действителен, действителен. Воробьев переулок, следующая остановка, школа. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как вы тогда добрались? Когда? Ну, тогда успели на метро? Да что вы. Ну, как же, ну, вы помните, вы еще спешили, опаздывали. Кто такая? Хорошая девушка. Первый раз вижу. Брось. Неплохая девчонка. Как зовут? Вот это я не спросил. Ну, ничего, вечером выясним. 8:30 у кинотеатра «Буревестник». Лихать. Счастливо! Привет! Привет! Мать дома? Сейчас придет. Согрей. Да ладно, возиться еще. Язвенно живешь. Я не хочу, я просто так. А где же мать-то? Сказала, сейчас придет, в магазин пошла. Кузьмич! Николай Кузьмич! Что делаешь? А уроки? Выучил. Слушай, давай пошли в баню попаримся, а? Давай. Но только живо, как по тревоге. Раз-два, ладно? Ладно. На тренировку. Ну, ладно, ну ладно, тренировку. Что, в олимпийские чемпионки меч? Что? Марь Прохоров! На тебя буду смотреть, что пузо растет, а ну достань. Осторожнее, сумасшедший. Что такое? Откуда столько? Получка. Получи. Так скоро? Ну, не скорее, чем у всех. Ты куда собираешься? Хочу сходить попариться с Кузьмичом. Сережка принес. Ну-ка, тарелки отнеси на кухню. Зажал получку. Нет, чтобы позвать кого-нибудь в ресторан. В Прагу, например, или куда-нибудь. Чего? В кафе. Я вот нигде не была. Пригласил бы и пошли. Первые деньги надо весело прогулять и запомнить. А теперь мы их по хозяйству пустим. Правда, мама? Правда. Тебе еще вот туфли надо к зиме купить, и Сережка без костюма. Что ж, туфли это? Ничего. Ты дурак. Почему? Маме-то ничего не купил. Ой. Ну ладно, в другой раз. В другой раз не считается, другого раза не будет. Это все равно, как на 8 марта. Дай рубль. Ну, возьми на столе. Я пошел, мам! Пошли, Кузьмич. Мочалку взял с него? А? Мам, это же не потрясение, что Сережка деньги получил. Я считаю, это радость. Пейте томатный сок. Вот, да.
моделей. Собирайте металлолом. На это мы собираем. Позвольте мне. Слушайте. А вот вы. Слышите? Я слышу, слышу. Чего же она поняла, что она с места старик разнослал его? А между прочим, она сейчас уйдет. И все. Thank you.
октябрь уж наступил. Уж роща отряхает последние листы с ногих своих ветвей. Вдохнул осенний хлад, дорога промерзает. Журча еще бежит за мельницей ручей, а пруд уже застыл. Что такое? Сколько же времени прошло? 3 месяца? Да, 3 месяца, как я вернулся. А такое ощущение, что я вообще никуда не уезжал. Я все время чего-то жду. А чего? Чего именно? И с каждой осенью я расцветаю вновь. Здоровью моему полезен русский холод. К привычкам бытия вновь чувствую любовь. Чередой слетает сон, чередой выходит... В армии все понятно, там служба. Подъем. Да. Завидую я, ребят, завидую. У них все уже налажено, у Славки свои дела. Семья, Колька, ну это всегда все в полном порядке. Легко и радостно играет в сердце кровь, желания кипят, я снова счастлив, молод, я снова жизни полон. Таков мой организм. Что, Сергей, влюбился, что ли? Везет же отдельным людям, я уж не помню, когда это со мной случалось. Нашел время и место, самоанализ в сумерках. Погодка прямо по заказу. Сейчас на пляже приятно. Да, ситуация. Ручей еще бежит за мельницей ручей, а пруд уже застыл. Сосед мой, что-то сосед мой мрачный, домашние заботы. Женится идиот и в 20 лет, а потом ходит с такими вот лицами. Спартак выигрывает в Москве, в Минске делает ничью, а киевляне проигрывают в Ростове, то Спартак выходит вперед, а торпеда ничего не светит. А была команда. Обидно. Что от тебя обидно? Что? Заговариваешься. Ну, ничего, бывает. Ну, что будем делать? Может быть, ко мне пойдем? Телевизор смотреть. У меня же нет телевизора. Что тебе надо? Купишь. Все купят. Ну, а что вечером делать? По улице шататься? Да, конечно. Улица – это не для женатых. Всем вам место у телевизоров. А меня лично к этому делу только через Народный суд приговорить можно. Ну, ладно. Я домой пошел, а тут еще раз плачешься. Будь здоров. Процветай в том же духе. Смотри, смотри, завелся. Трепачный. Это есть. А может, погода такая? Может быть. Ни пуха, ни пера! Целую крепко, ваш Николай. Ну что, предпримем? Слушай, давай поступим в кружок кройки и шитья. Вот прямо сейчас пойдем и запишемся. Ну а что, если это было то самое? Единственное в жизни. В общем, вел я себя глупо. Глупо. Надо было просто подойти. Колька бы не растерялся. Но я знаю ее дом, подъезд. Может быть, я это все придумал? Коля! Добрый вечер! Идите сюда! Здесь нет перехода. Быстрее, быстрее. Ну что же вы, вам кричишь, кричишь, а вы, Сережа, привет. Привет. Здравствуйте. Знакомьтесь, моя подруга. Наташа. Сергей. Ну, пойдем, что стоять? Братцы, совсем одичал, даже клюшку купил. А что поделаешь, запасаемся. Какие предложения? Могу прочесть лекцию о строении Вселенной. Не смешно. А серьезно? А серьезно, будем искать музыку. У тебя 2 копейки есть? Сейчас. 2 копейки? Подожди. Сейчас, сейчас. Вон, вон. Ребят. Нет? 3 копейки. У вас 2 копейки есть? Раз, два, три, четыре. Да бери все. Они мне больше не нужны.
Ты уходишь? Да. Погоди, выпей чай, я сейчас согрею. Не надо, я опаздываю. Ой, зима. Ты позвонишь? Ты меня, наверное, не уважаешь. Ну, зачем ты так? А я сегодня не работаю. Целый день дома. Позвони, а? Может, вечером пойдем куда-нибудь? В кино? Не знаю. Не надо идти. Погоди. Кажется, кто-то. Теперь можно. Только тихо, слышишь? Осторожнее. Кузьмич, это Сергей. Мама дома? Дома. Позови. Сейчас. Слушаю. А матери что, нет дома? Сейчас подойдет. Доброе утро. Здравствуй. Да? Мам, это я. Да. Я, понимаешь... Ты где? Я из автомата, понимаешь? Я задержался у одного парня, и было поздно идти домой. Это не важно, где ты задержался. Ты взрослый человек, и можешь сам... Только в следующий раз я прошу тебя все-таки звонить домой. А то мы не спали всю ночь. Ты поел? Да. Ну я кончаю, то здесь уже очередь. Я из автомата. Я не понимаю, ты, что тебя не устраивает? В конце концов, я работаю. Я не для себя работаю. Не плачь. Ну что ж нам тебе за это каждый день спасибо говорить? Ну так-то зачем спасибо говорить? Каждый день не надо спасибо говорить. Ты прекрасно знаешь. А вообще, что это ты расшумелся? Может быть, мне тебя вообще уже не устраивает? Ты меня устраивает, и хватит к этой теме возвращаться. И ты знаешь, что я тебя люблю. Ну, знаешь, что я тоже не целовал семьи. Отношения надо иметь какой-то. И ко мне тоже надо какой-то уважающий. Но я ведь тоже устраиваю. Ребенок ведь, ты думаешь, это так просто. А мне лишний раз конфеты заглянуть нет. Конспекты заглянуть нет. И совсем подумай, чему ты помогаешь. Опять все сначала начали? Почему сначала? Что, в магазин кто тебя ходит? Один раз пошел в магазин, то мужчина сам. Кто гуляет? По воскресенье. Вот именно, по воскресенье. Ну, парень зато какой у нас. Как хорошо, обув железом острым ноги, скользить по зеркалу стоящих ровных рек, а зимних праздников блестящую тревогию. Вот и Новый год встретили. Между прочим, еще один год вашей жизни, товарищ Фокин. Подведем итоги. Поздравляем! Среди лучших работников нашей лаборатории техника-оператора товарища Фокина. И награждаем его ценным подарком. Здравствуйте. Здрасте. Вы что, со всеми пассажирами здороваетесь? Забыли. Вы же мне яблоко подарили. Здравствуйте. Весь запас вышел. Теперь до следующего сезона. Ничего, подожду. С Новым годом вас. С Новым годом. Ну, чего бы вам пожелать в новом году? Не знаю. А вам что? А мне здоровья и, конечно, успехов в работе и в личной жизни. Желаю вам всего хорошего. Спасибо. Следующий стадион. Хоть отоспался, пока болеешь? Я всю неделю отоспаться не могу. Чтобы поменьше по ночам шатался. Да что ты, знаешь, сколько работы подвалил, не до этого. У тебя когда отпуск?
Вы далеко, Вера Александровна? А это вы знать не обязательно, Николай. Ну да. Так у тебя когда отпуск? Ну когда? Я работаю всего-то. Летом, наверное. А мне сейчас предлагают. Собрали бы хороших ребят, махнули куда-нибудь с лыжами. Я тут в «Динамо» такие лыжи видел. Польские, из красной пластмассы. На них все, что хочешь, можно делать. Черт, высший завидую класс. Я тебе. Ну, да умрёшь, тебе месяц покататься будешь в море. Да я не об этом. О чем? Да так. У тебя все просто, легко, весело. Конечно, каждое утро поднимаю гель, ныряю в прорубь, читаю газеты. Ну и что нового? Пока ты болеешь, в мире ничего не изменилось. Латерна Магика приезжает. Да? Угу. Ты знаешь, я тут как-то подумал и понял, что я совершенно правильный человек, на редкость правильный. Я работаю, собираюсь в институт, принимаю участие в общественной жизни. Я агитатор. Так ты простой советский человек. Ну ладно, простой. Где они простые? Ты вот простой. Я многогранный. Привет, симулянты. Здоров. Здоров. Все делаю как надо. Не участвовал, не привлекался, не имел. Какой счет? Твой портрет на обложке журнала «Огонек» печатать можно. На вкладыш. Какой счет? Только включили. Многокрасочная репродукция. Энн Фокин у постели больного Некрасова. В наш путь? Ты что, сюда телевизор пришел смотреть? В наш. Люсь прислал. Прислал? Спасибо. А что-нибудь к этому она не прислала более существенно? Да нет, как-то и разговор не был. Печаль. Не знаю, но иногда мне кажется, что я живу как-то правильно, благопристойно и только. Беспокойная совесть преступника. Что тебе надо? Ты никого не ограбил, не убил? Живи и радуйся. Я понимаю тебя, существует такая философия. Всю жизнь радоваться, что ты не сволочь, что бывает еще и похуже тебя. В общем, придет мать, она тебе как медик объяснит, что все это у тебя осложнение на почве гриппа. Да, кстати, чуть не забыл, тебе передавали привет. Обижается, что не звонишь. Сегодня кресло купил. А кому я должен звонить? Наташа, совсем, говорит, забыл. А шкафов нет. То есть они есть, но такой, какой ей нужен. Ну, хочешь, я тебе свой подарю, Станислав? Ну, подари. Пожалуйста. Позарастали стежки дорожки, где проходили рожки да ножки. Тебе грустно, Сережа? Ну, погрусти, погрусти. Это же будни, будни. Вот молодцы. 11:02. А машина-то брахлит у тебя? Так починил бы. Ну, посмотри в субботу. Слав, у меня утюг сгорел, будильник не тикает, и велосипед восьмерит. Может, возьмешься? Заноси. Кулибин. Русский умелец. Первопечатник Иван Федоров. Шоров Ферраконя. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты как? Что как? Скажи, Сережа, только честно. Тебе еще не жаль бесцельно прожитые годы? Ладно, хватит. А вообще мне все эти разговоры о смысле жизни еще в средней школе надоели. Жить надо, а не трепаться. Ольга Михайловна, что это может быть? У меня Вовка вчера молчал целый день, а сегодня кричит. Жениться тебе надо. А? Будешь, как твой друг, жить полной, осмысленной жизнью. Вот у него, может быть, зубки режутся. Живучка? Да нет, наверное, зубки. Пора уже. Поворачивайся. Слав, собирайся, пойдем. Никогда не видел близко, как банки ставят. Куда вы, ребят? Сейчас ужин? Да нет, еще дома не было, Ольга Михайловна. Заходите. Каждый день. Отправляйся. Давай. Надоело. Что тебе надоело? Надоела зима со страшной силой. Старайся, не сплю. Вер, закрой, пожалуйста, кран на кухне. Капает.
Витька. Тебя попросить самому сделать. Ты меня слышишь? Ну да. Что-то тебя плохо слышно. Да нет, ничего не случилось. Вот дурак. Ты послушай, как все капает. Форточку открой. Ну да, капает. Да нет. Спасибо, но вы меня с кем-то... А-а-а!
Так как же вы живете? Спасибо, хорошо. А как вас зовут? Что? Я тебе сейчас говорю, Слава. Что? Слава, пошли. Брат, брат, Слава, скорее, Слава, скорее, брат. Ну, сейчас я приду. Пошли, пошли, пошли. Чего? Сейчас я уже спешу. Разрешите? 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 Аня! Слушай, друг, подержи-ка минуту, а! Давай, 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 давай! Давай, давай, а? Салют! Ну вот, вот Евтея. А скажут, что у вас страшно. Это мой самый любимый праздник. Мой тоже. Все-таки надо их найти. Ничего, не заблудим. Нет. Нет. Мне придется закричать. А вы можете крикнуть только «Ура!». Ура! Начальнику колонны, быстро. Выполним семилетку в 5 лет, да? Должны. Страшно было. Кстати, ничего смешного. Нельзя так бегать за девушкой. Можно. Со всеми? Ой! Только что со станции Северный полюс Гости. Москва, Красная площадь, Первомайский обед и праздничные поздравления. А вот что передает группа новоселов. Thank you.
Вас там ждут. Ждут давно. А по-моему, там совершенно свободно могли бы обойтись и без вас. Вы же наверняка там не самое главное. Почему? Самый главный приходит с гитары, и он уже пришел, слышите? А. Неужели вас хватит совести бросить меня одного на произвол судьбы? Это было бы бесчеловечно. Ну ладно, подождите меня здесь, хорошо? Я на одну минуту, честное слово. Аня! А! Но если вы не вернетесь, я обойду все квартиры подряд. Ладно. Смотри, еще больше полбутылки осталось. И бутерброды. Есть хочешь? Хочу. А у вас там уже вовсю идет. Да. Дома. Как? Так, это моя парадная. А-а-а. Ну, до свидания. Иди. Дождь? Кончился. Иди. Сейчас. До свидания. До свидания. Ты обиделась? Нет. Иди.
Ты что, здесь ночевать собираешься? А что? Ну, если тебе это так нравится. Ты позвонишь? Да. Запиши телефон. Записываю. Г-6-34-34 21 Записал? Ага. Ну, иди. Ушел. Чего так рано? Греюсь. Бессонница? Неважно. Есть охота? Кольку надо позвать. Колька! Коля! Ну, что надо? Давай сюда. А чего вам? И захвати что-нибудь пожевать. Уже проголодались. Вы мне снитесь или вы на самом деле? Макароны с мясом. А что вы здесь делаете ночью? Дышим воздухом. Все. Слав, очень кстати. Что я в самом деле, приговоренный, что ли? Все и не так. Вечно, говорит, ты пропадаешь. Вечно со своими с приятелями. Да? Я вечно одна окручиваюсь. А что, собственно, происходит? Противоречий. Никаких противоречий. Все, хватит. Чего? Пускай теперь сама попробуй. Женщины. Мужчины и женщины. Вот в чем основной философский вопрос. Но главное, ребята, это не сдаваться. Да. Материально я, конечно, и обеспечу. Так все. Не цените вы своего счастья, ребята. У вас в жизни любовь, ссоры, Шекспир. А у меня... раскладушка на балконе. Уеду. Куда? В Магадан. Значит, меня вспомнит. Нашу время. В праздники. Все. Кончились праздники. Наступили суровые будни.